Народная любимица, заслуженный работник культуры Казахстана Татьяна Бурмистерова споет старые забытые песни. Первый ее концерт в рамках программы «Рухани Жангару» прошел накануне вечером в Павлодаре и вызвал огромный интерес как у местной публики, так и у многочисленных иностранных гостей. Салават Темирбулатова продолжит. Домбра, кобыз, сосырна, еще скрипка, флейта, балалайка. Это первый совместно со знаменитым оркестром имени Рустембека Омарова концерт Татьяны Бурмистровой в Павлодаре. В программу вошли песни, которые сейчас редко где можно услышать. Артисты сами сочиняют, сами пишут стихи. Но сейчас же это бизнес, поэтому все те старые песни, которые забытые в песенниках, я хочу их пропеть, как могу. Помимо возрождения старых песен, по словам Татьяны Бурмистровой, она хочет напомнить зрителю о важности сохранения культуры и традиций. Когда тебе уже делают этот поклон, ты уже ответственен за это, за то, что тебе такие почести воздают, ты должна аккуратно говорить. Уже язык прикусить кое-где, и ты должна соответствовать этому к тебе уважению. Концерт «Мелодии Великой Степи» вызвал огромный интерес. В кассах не осталось ни одного билета. Зритель услышал больше 20 различных композиций. Помимо забытых казахских, Татьяна Бурмистрова впервые исполнила со сцены и русскую песню «18 лет». Все понравилось. Это не передать словами. Я впервые услышал звучание казахских инструментов. Это магическая музыка, и песни все такие задушевные. Вечер с Бурмистровой открыл новый сезон концертов Оркестра казахских народных инструментов имени Рустембека Омарова. Впереди у коллектива целый ряд важных и значимых выступлений и гастролей. Из Павлодара Салават Темирбулатұлы, Марат Игликов, Самат Аспанов и Алексей Мельницкий. Итоги дня.